Инженер по профессии, поэт по призванию. Кокембеку Салыкову в этом году исполнилось бы 85 лет. В память об известном литераторе, политическом и государственном деятеле в Петропавловске прошел творческий вечер. В Русском драматическом театре имени Николая Погодина собрались его родные, друзья, коллеги. Побывала на вечере и наша съемочная группа. Атансам, ахын кенше, ахын акым, жазбадым өлеңді өз ермегіме. О родине, о природе и о любви к родному краю. Об этом писал Кокембек Салыков. В 2017-м нашему земляку, известному поэту и общественному деятелю, исполнилось бы 85 лет. В честь юбилея этот литературный вечер. В зале родные, коллеги, друзья Кокембека Салыкова, почитатели его творчества. Кокембек Салыков – гордость Североказахстанской области. Его вклад в развитие культуры и искусства страны сложно переоценить. Он трудился ради блага своего народа. И сегодня он пример для подрастающего поколения. За годы жизни он написал более 800 произведений. Его стихи стали вдохновением для десятков композиторов страны. Инженер по профессии, поэт по призванию. Так говорит о своем отце сын Ерлан. И насколько я его знаю, насколько я его помню, для него не было принципиальным, где рабочее место, или он писал везде и всегда, где только была возможность присесть, вытащить ручку, записную книжку. Творчество было на первом месте. Он с удовольствием делился своими знаниями со всеми, кому была интересна поэзия. Аманжол Альтай признается, именно Кокембек Салыков стал его наставником в творчестве, научил его любить родину и выражать свои чувства в рифме. Он запомнился только хорошими делами. Меня он очень многому научил. Истинный патриот и то, как он любил свою родину, мы можем понять, прочитав его произведения. На этот вечер мы специально приехали из Астаны. Отличный руководитель, профессионал своего дела, дальновидный политик. Он преуспел во многих социальных ролях. За что спасибо маэстро, сегодня говорят почитатели его творчества. Со сцены звучат стихи поэта и произведения о нем. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.